Это Астана, рынок Сауран, вторая часть. Сейчас я покажу отделы, которые меня заинтересовали, но я их не успел показать в предыдущем видео. Первый — это мясной бутик Гаучо. Огромный выбор натуральных сосисок и колбасок. Мясные деликатесы, стейки, маринованное мясо. Различные полуфабрикаты. Также мне понравилось, что есть здесь заготовки для бургеров, хот-догов. Получается, для хот-догов по 200, для бургеров вот эти белые 250, черные и с сыром по 300. А котлеты? 750 где-то. Курица, говядина, конина. Это можно купить и готовы собрать? Да. А это отдел, где продаются только рамяны, дошираки и другая быстрорастворимая лапша. А какой здесь огромный выбор солений и корейских салатов, посмотрите сами. Корейская морковь, капуста, грибы, баклажаны, брокколи, что-то похожее на креветки, корейские пасты. Конечно же, вам все дадут попробовать. Кстати, вы любите корейские салаты?